работы или только на работу идешь? Звонят, значит, есть работа. А что это за работа такая? Я водитель. А, ты личный шофер? Знаменитости возишь? Вообще-то нет. А как тебя зовут? Малыш. Прямо так и говорят? Малыш, заводи, поехали. Он что, наушники никогда не вытаскивает? Он что, отсталый? Отсталый, значит, медленный. Он такой? Нет. В детстве малыш попал в аварию. С тех пор звон в ушах. Музыка его заглушает. Он не просто водила, он драйвер. Дело сделаем и квиты. После дела мы квиты. Мне же не нужно зачитывать подробный список того, что я сделаю с теми, кто тебе дорог, если ты неожиданно сольешься. Нет. Когда тебя ловит на крючок баба, ты ловишь полю. Мордашка у твоей официантки милая. Жалко портить. Поедем на запад до самого океана. Согласна? Да, малыш. Малыш, наступит день, когда и тебе придется испачкаться. Твоя песенка спета. Малыш, нам нужно уходить. Разберусь и уходим. Мы теперь заодно. Малыш! 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 Док сказал Майкла Майерса. Это и есть Майкл Майерс. Он про хэллоуиновскую маску. Это и есть хэллоуиновская маска. Маску маньяка из фильма «Хэллоуин». А, ты про Джейсона. Нет! Тебе решать, кому умирать. Любишь свою девчонку? Да, люблю. Ну и зря.